столице Чувашии текут ручьи, плюсовая температура и активное таяние снега приносят жителям города немало неудобств. Мы находимся в центре Чебоксар. Лужа передо мной занимает весь тротуар. Пройти через нее, не намочив ноги, просто невозможно. И таких мест в городе сейчас много. Очень неудобно ходить на коляске, везде лужи, ноги мокнут. Ребенок ладно в коляске сидит. Очень хочется, чтобы что-то сделали. Тяжело переходить дорогу, потому что если машина будет мимо ехать, то может человека запачкать. Погода сейчас очень такая вот непонятная, то холодная, то теплая, непонятно, что одевать. Ну и помимо этого все дороги просто грязные, все в лужах. Реакция жителей понятна. А что думают по этому поводу специалисты? Можно ли справиться с таким потоком воды на магистралях и пешеходных тротуарах? С этой стихией мы стараемся бороться и также реагируем на просьбы жителей города Чебоксары. По городу Чебоксары у нас задействовано 3 мобильные бригады, в каждом районе по одному. Работаем, получается, в круглосуточном режиме, но нам приходится долбить лед ломами, лопатами и отводить воду. И все же бригад явно не хватает. На помощь им приходят дворники из управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Снег уплотнился, образовался наст, который приходится долбить ломами. Снег у нас уплотненный, а от действия солнечных лучей он затвердел, сверху покрылся ледяной корочкой. Мы поэтому его переворачиваем, чтобы побыстрее растаял и тем самым побыстрее сохнул. Работы начаты у нас 17 марта, еще по ворохлению снега. Думаем, что через неделю уже закончим. По прогнозам синоптиков, уже в это воскресенье погода наладится, осадки прекратятся, а влажность понизится. Ольга Семенова, Александр Атиков, Республика.